Растет с каждым годом, а одаренных тем более. И фактически каждую неделю юные оренбуржцы завоевывают победы в различных турнирах, и конкурсное движение не уходит на каникулы. Сегодня хотелось бы наградить победителя всероссийского конкурса юных добровольцев, проводимым российским движением школьников «Добро не уходит на каникулы». Итак, дипломом победителя и памятным подарком награждается Бекмаметова Карина Фаридовна, учащаяся школы номер 87 города Оренбурга. Давайте подарим еще по Оренбургу аплодисменты, ребята. Спасибо тебе, Карина, за твои достижения, Сергей Викторович. Большое спасибо за напутственные слова. По замечательной традиции, сегодня нас приветствуют не только взрослые наставники, но и сами ребята хотят взять слово. Мы приглашаем на сцену учащегося гимназии номер 2 города Оренбурга, члена волонтерского корпуса Федерации детских организаций, активного организатора Всероссийского родительского форума РДШ, обладателя 3-го юношеского разряда по полевой стрельбе Ежова Семена. Ну что же, спасибо большое тебе, Семен. Уважаемые друзья, и вновь на этой сцене свои творческие подарки вам.